Представляем следующий гала-финал чемпионата России по муай-тай. Поединок в весовой категории до 60 килограммов. Рефери Алексей Копанев, Свердловская область. Красный угол ринга приглашается из Махачкалы Маджид Темаев! 29-й чемпионат России по муай-тай. Двигаемся дальше. Маджид Темаев приглашается в красный угол, представитель махачкалинской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Занимается под руководством Марата Абекбулатова. 23 года этому спортсмену, имеет спортивный разряд. Кандидатом в мастера спорта, является победителем первенства мира среди молодежи по муай-тай. Вот в ринге уже он находится. Маджиду 23 года. Он является воспитанником махачкалинской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Занимается под руководством Марата Бекбулатова. Кандидат в мастера спорта. Победитель первенства мира среди молодежи по муай-тай. Серебряный призер чемпионата России 2023 года. Обладатель серебряной медали чемпионата Европы по муай-тай 2023 года. В красном углу Республика Дагестан. Махачкала, шор номер 2. Маджид Темаев. В синий угол ринга приглашается его соперник. Из города Прокопьевска. Эрсултан Сайфутдинов. В синий угол появляется спортсмен, представитель города, конечно же, Прокопьевска, Эрсултан Сайфутдинов. Ему 18 лет, тренируется под руководством Сергея Никитина, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, обладатель Кубка Кавказа, чемпион Сибирского федерального округа по муай-тай и победитель Кубка России 2023 года. Заслуженный тренер Виталий Ильин в его углу, и спортсмен уже находится в синем углу, и рефери сейчас проверит свои места экипировки. Мастера спорта представляет школу муай-тай Кузбасса. Ему 18 лет, тренируется под руководством Сергея Никитина, обладатель Кубка Кавказа, чемпион Сибирского федерального округа по тайскому боксу, победитель Кубка России 2023 года. Синий угол ринга, Кемеровская область. Прокопьевск, комплексная спортивная школа Олимпийского резерва и клуб «Спарта» Эрсултан Сайфутдинов! Давайте пожмите руки друг другу. Выполняем требования рефери, соблюдаем правила. Углы. Рефери на секундочку остановил спортсменов, там оператор не успел покинуть. И первый раунд у нас начинается. Весовая категория до 60 килограммов. У нас уже второе противостояние за сегодняшний финал между представителями школы Кемеровской области и Дагестана. Сразу пошел красного угла Темаев. Подхват по корпусу. Сергей старается отстреливаться пока вторым номером. Пытается пробивать так много на переднюю ногу. Сам через туловище работает. Пространство ринга практически Темаев забрал. Поджал соперника канатом. Хорошо через руку попадает Темаев. Плотно, жестко. Первый клинч и отличная скрутка от Темаева. Так,
работает здесь Тимаев, ему подсказывают из угла. Ахмед Алимханов, там, конечно же, Ибрагим Кидиров. Подсказывают о том, чтобы не пропускал удары по ногам, блокировал вовремя, защищался. Ох, дальние руки здорово попадают здесь Тимаев. Попятился даже здесь Кудинов. Очень-очень агрессивен в первом раунде. По-хорошему, по-спортивному агрессивен Тимаев. Каждый удар он вкладывается. Очень много плотных, тяжелых ударов. Делает акцент на удары руками. При этом клинча такого большого количества мы с вами не видим. Как весовой категории до 54 килограммов. Один из первых клинчей. И два удара левым коленом. Хорошо здесь залетает Тимаев. Отрабатывает колени. По акцентированию бьет. Тут же блокирует и переходит на работу локтями. Поскручивает, получится ли внести туда левое колено в голову. В принципе, все сделал он для того, чтобы попасть. Ударной комбинацией Сафудинов попытался там отстреляться. Не в своем мере. Не остановила эта комбинация. Потеря равновесия от спортсмена из синего угла. Щит-ответ. Ахмед Алиханов постоянно подсказывает спортсмену. И первый раунд у нас закончен. Молодец, только не спеши. Смотри сюда, я тебе что сказал за нашего голкика? Просто так не надо их пропускать. Щиты поправили? Ты понял? Сюда сделай везду. Все хорошо. Скользи ногами. Все хорошо, смотри сюда. Послушай меня, через щиты типы пропускает. Голкики не надо пропускать. Через щиты шагом бей, ты на месте бьешь. Могут шагами. Конечно. Или обмани, покажи бей. Перед шагом бей. Понял меня? Ногами меньше бьешь. Смотри. Раз. Я хорошо, он забрал колечко. Смотри. Если ты руками бьешь, обязательно ни колено, ни нога. Давай, все хорошо. Эй, ключи вообще нет. Смотри, дыши чуть-чуть. Ты должен три делать. Второй раунд. Подсказывали Гуру здесь, Тимаеву всю работает через щиты. Через щиты постоянно работает. Щит-ответ. Щит-ответ показывали спортсмену из красного угла. Тимаев, в принципе, этим старается и работать. Блокирует, тут же контратакует. Эти мидлы ногами постоянно залетают. Хороший захват сейчас забирает. Плотный. Тут же успевает скрутить еще. Сайфудинов должен, ну, наверное, постараться в этом раунде как-то немножко переломить ход поединка, потому что в первом раунде, откровенно говоря, ничего не дал ему сделать соперник. Мажит полностью доминировал в первом раунде, много ударов плотно попадал. Ну и вот здесь Эрсултан старается сам уже где-то немножко переломить, понимая, что вторым номером у него ничего не получается. Колено тут же дальней рукой попытался там попасть. Со сменной стойки работает Тимаев. Хорошую такую технику показывает. Именно технику тайского бокса. А вот здесь вот фронт-кик здорово попадает. Сайфудинов навстречу. Тут же руками. Удастся ли где-то переломить немножко ход поединка. Где-то чуть-чуть сбить с вот этой мощной работы первого номера Тимаева. Угла подсказывают Сайфудинову, чтобы он больше шел вперед. Пытается где-то переломить. И уже второй раз вот так вот Тимаев здесь теряет равновесие. Отхват ноги. Несколько ударов успевает там пробить Сайфудинов. Сам здесь уже потерял равновесие. Удара здесь не было. Во втором раунде, скажем так, нашла коса на камень. Оба спортсмена стараются работать первым номером. Хороший захват, кстати, сейчас забрал Сайфудинов. Сможет ли он развить свою атаку вот здесь, как-то отработать, попасть какие-то тяжелые удары.
Оба спортсмена не стесняются работать коленями, то есть рискуют, где-то набирают нужную дистанцию, ну и в ущерб того, что могут сами где-то пропустить тяжелый удар коленом, стараются пробить в корпус. Небольшая рубка на средней дистанции, Степом из нее выходит, и у нас концовка второго раунда. А вновь потеря равновесия спортсмена из синего угла. Это может повлиять на судей. Тот спортсмен, который достаточно часто теряет равновесие, не очень хорошо стоит, не является преимущественной стороной. Мидл навстречу здесь пробивает спортсмен из красного угла. Концовка. Очень много сил отдали спортсмены во втором отрезке. И сейчас перерыв перед заключительным раундом. Нормально, нормально, вот так. В голову почаще типы, по башке руками сдваивай, понял? Сдваивай. Понял? Он уже все, и все, устал. Самому давить надо. Можно, слышишь, нет? Самому давить ну, надо. Можешь досрочно закончить, если будешь да, побольше давай, ударов давай, делать, понял? Побольше ударов руками, сериями бей. Концовку покруче забрал. Давай, давай, давай. Финишируй его, давай. Давай. Не расслабляйся, ты идешь. Сейчас забирать нужно больше. Поводы не давать, поводы не давать. Черт! Заключительная трехминутка, весовая категория до 60 килограммов. Именно здесь определяется первый номер сборной России по муай-тай. Кто будет представлять нашу страну на чемпионате мира в Греции в конце мая, в начале июня 2024 года. Счет нам снова показали. Мажит Тимаев забирает также второй раунд. Ну и очень мало шансов остается на победу у Эрзултана Сайфудинова. Несмотря на то, что во втором раунде попытался спортсмен из синего угла взвинтить темп, там пойти вперед. Действительно, достаточно конкурентным получился второй раунд. Но при этом все-таки Тимаев смог преимущество второго раунда забрать себе. Очень здорово отрабатывает коленями. Забирает хороший захват здесь. На один удар своего соперника успевает 3-4 удара отрабатывать. Ну и так вот поджимает его к канатам. Ахмед Алиханов, главный тренер сборной России по возрасту 23 года, молодежной сборной, находится в углу у Мажида Тимаева и подсказывает ему постоянно работать. Больше идти вперед, больше призывает его работать первым номером. Да, и здесь вот коленями очень жестко, хорошо и под разными углами пробивает Мажид. Вновь. Рефери вот здесь разрывает, поправит сейчас экипировку. Между тем уже у нас середина заключительного третьего раунда. Здорово, справа сейчас через руку вновь попадает представитель красного угла. То, что просили из угла как раз-таки у Мажида, просят его пробивать удары локтями навстречу, потому что он уже откровенно идет вперед Сайфудинов, ему ничего другого и не остается делать. Так, несколько ударов подряд локтями пробивает здесь Тимаев. Удары с разворота, ну так показывает филигранную технику работы локтями именно навстречу. Ну и действительно, удары локтями сейчас достаточно комфортно и удобно наносить здесь представителю красного угла, потому что соперник идет на него. Рискует где-то Сайфудинов, старается здесь как бы немножко нерв поединка обострить, потому что ну, ничего ему не остается делать, и он старается закатить такой конкурентный третий раунд. Концовка. Считанные секунды отделяют спортсменов от результата и от того, кто все-таки займет первое место на чемпионате России 2024 года по муай-тай. Оба рвутся вперед, а тут гон. Без сомнения, нас ждет судейское решение этого поединка.
Итак, друзья, чемпионом России по муай-тай 2024 года в весовой категории до 60 килограммов стал спортсмен из красного угла Мажит Семаев, Республика Дагестан, Махачкала.